Испугайся. Тихо, испугайся. Только та-дам-пам.
приоритетов каких-то. Все одинаково. А можно немножко, там легато, не подвигай, но все равно. Скажи, а я ты там. Вот первый раз звук дойдет до конца зала, а остальное все только для тебя любимое. Оставь в покое.
выразительный достаточно.
настроением по звуку, повторением первым. Но это сама поймешь. Дальше. Thank you.
Thank you.
все думают, та-та-та-та-там, пим, ре-та-та-та-та-та-та-та-та. А ты, та-та-та-та-там, ти, а вот вы не знаете, что будет, а будет совсем другое. Понимаешь, надо немножко, это тоже элемент театра, элемент зрительного, того, что мы видим, что что-то происходит, понимаешь? Это надо использовать. Чуть-чуть имитировать, так сказать, разницу между чемболом, там, или клавой чемболом, или клавой пианофортефабрик AG и современными инструментами. Это максимум ретарданта. Может быть, даже еще меньше, потому что это не все решение, который рост получается, это ретардант. То есть ты делаешь, а кто-то сказал, надо сделать. Не забудьте, что это было сделано.